Дамы и господа, представляю вам соперников. Let me present you fighters. Fighter in the blue corner from Moscow. He is 21 years old, 118 centimeters tall and weighing in 70.45 kilogram. His professional record: 21 fights, 16 wins and 5 defeats. Синий углу боец из города Москва, ему 21 год. Рост 180 сантиметров, вес 70 килограммов, 450 граммов. Представляет бойцовский клуб Ring Time. Профессиональный рекорд 21 бой, 16 побед и 5 поражений. Вадим Давыдов! Fighter in the red corner from Ekaterinburg. He is 23 years old, 183 centimeters tall and weighing in 70.19 kilograms. His professional record: 7 fights, 5 wins and 2 defeats. В красном углу боец из города Екатеринбург, ему 23 года. Рост 183 сантиметра, вес 70 килограммов, 900 граммов. Представляет бойцовский клуб «Архангел» Михаил. Профессиональный рекорд 7 боев, 5 побед и 2 поражения. Эдуард Фатыков. Рефери Эдгар Сарян. Парни, невестная команда, слушаем, правила не нарушаем, работаем по правилам фейер-файт. Руки пожали, дальше поводу. Эрик, мы болеем за тебя, слушай, Дениса! Первый, встань, бой! А рост, вес, возраст бойцов промелькнул на ваших экранах. Да, и быстренько так. Хорошие хай-кики мы сейчас видим со стороны... Эдуарда Фатыкова? Эдуарда Фатыкова, да, в красных перчатках, это он. Представитель клуба «Архангел» Михаил, еще по шортам ребят можно отличать. Хороший левый боковой, кстати, бросил Вадим. Смотрите, кстати, Вадим как Давыдов заряжен на удары ногами Фатыков. Он так хлещет хайкиками и лоу-киками. Ну, здесь, кстати, смотрите, никакой ближней дистанции, никакой возни. Здесь все очень четенько. Пока что. Да, пока перестреливаются на дальней, но я думаю, это может еще поменяться. Хороший лоу-кик. От Давыдова. Ну, Давыдов хочет наконец-то выиграть в Екатеринбурге. Я думаю, что и да. Для него это, может быть, какой-то будет шаг, новый этап в карьере. Слушайте, ну прям, хорошая, да, ребята зарядились. Ну и вот, пожалуйста. Да. Они прям лопят в первых секунд, друзья. Тут не решили не гладить 70 килограммов, ребята. Хорошая комбинация от Вадима Давыдова сейчас была на руках. Начал он с хай-кика и потом тут же добавил. Это очень хорошее качество у бойца, у боксера. Да, серийность – это важно. Именно повтор атаки мгновенный. И неплохо сейчас отвечает Фатыков. Колено в корпус и правый боковой. Здесь по защите у Эдуарда. И ну, левый боковой еще не один. Попал, да. Начал поджимать Фатыков. Навстречу, Вадим Давыдова. Давыдов, мне кажется, чего-то такого и ожидал. О, хорошо, вот слева это было, попадает. Да. Это было чисто, Фатыков. Друзья. И справа добавил еще, кстати. Я прямо, мне кажется, успел увидеть у Давыдова удивленное выражение лица после этого левого бокового. Он вообще не видел. Ну, на руках очень неплох Фатыков в этом поединке. Пока, в принципе, очень неплохо. Хорошо, Фатыков. Два лоу-кика в цель. Перестреливает пока что Эдуард своего оппонента. Причем так очевидно. И колено в корпус навстречу. Но здесь по защите. И, пожалуйста, middle kick от Эдуарда Фатыкова. Жесткий лоу. И тут же добавляет на руках Эдуард. Вадиму нужно отвечать. Отвечать он немножко перестаивает здесь. Да, и пропускает лишнее, мне кажется. Особенно по ногам. Качественно отсушивает лоу-киками своему сопернику ноги Фатыков пока что. Вот Вадим выбросил middle, но по защите. У Эдуарда, мне кажется, в этом поединке пока что все получается за счет такого темпа. Он более-менее размеренный, но при этом очень быстрыми сериями он выстреливает. Такой как бы рваный темп. Мне кажется, сопернику немного неудобно. Кстати, вот Эдуард у нас стоит... правше, но при этом у него хорошая левая рука, нужно отметить. Ну, это... Бэкфист, была попытка бэкфиста от Вадима Давыдова, но... В фаерфайте все-таки стойки, мне кажется, очень часто меняют спортсмены. То есть не, здесь не принципиально. Да, да, не принципиально. Начинает с мидл-кика.
И троечка на руках, но больше по защите. Слушайте, от Эдуарда Фатыкова. Очень активен Фатыков в дебюте раундов, первого, второго. А вот прошел удар в корпус на руках у предыдущем эпизоде у Вадима Давыдова. Все так быстро развивается, что не всегда успеваешь за происходящим в ринге. Очень хороший темп в бою, действительно. Обменялись лоу-кейками. Пошел вперед Вадим Давыдов. Фатыков решил так поработать на контратаках. Колено в корпус и тут же удар справа на руках от Эдуарда. Дает небольшую возможность поработать сопернику. Сейчас Фатыков взял паузу. Ну, вот, пожалуйста, лоу-кейк. Слева навстречу и справа от Эдуарда. И опять лоу. Колено в корпус и тут же справа боковой. Еще не такая отработанная комбинация у Фатыкова. Домашняя заготовка. И там в корпус хорошо слева за локоть донес сейчас Фатыков. И попал очередной лоу-кейк. Продолжает разбивать просто пока своего соперника. Вадиму Давыдову сложно пока. Работай. Ну еще раз, да, соперник у Эдуарда достаточно серьезный. 16 побед, 5 поражений у Вадима Давыдова. Вадиму нужно как-то менять ситуацию, на мой взгляд. Опять жесткий лоу и в внутреннюю сторону. Прям, Ну, но здесь по защите. Отвечает Вадим Фатыков, но Эдуарда не смущает. Пришел Вадим Давыдов, конечно же. У Давыдова внутренняя сторона левого бедра уже красная вся. Но... там уже отбито, мне кажется. Ну, там он накушался. Да. Ну, еще раз, у Фатыкова это комбинация отработанная. Правое колено в корпус, удары боковой тут же. И на руках пока, главное, перестреливает он Давыдова. Что мне нравится, хороший вот здесь навстречу попал Вадим Давыдов. Обнимайте слева боковым в предыдущем эпизоде. Здесь по защите, а вот здесь точно. О, хорошо! Пока, мне кажется, на рефлексах просто обгоняет своего соперника Фатыков. Он успевает отреагировать на атаки соперника и атакует сам. Хорошо, колено в корпус. Раз за разом вот это колено в корпус справа доходит до цели у Фатыкова. При этом он не вяжется, да, он не лезет в клинч. Он на средней дистанции просто втыкает это колено. А вот сейчас клинч. Здесь активная работа. Никто не отдыхает, естественно. Да, у нас в клинче до двух ударов можно наносить. Ну, красивый, хороший бой, очень плотный. Да, очень-очень плотный, действительно высокий темп ребята держат. Вот здесь неплохо было от Вадима Давыдова. И третий раунд у нас. Начинает его Фатыков с мидл-кика, и тут же лоу пошел вперед. Вадим Давыдов, были ему даны рекомендации в углу работать на средней дистанции. Фатыков просто быстрее, пока мне кажется. И да, жестко. Вот фронт-кик от Эдуарда Фатыкова. Какое колено слева сейчас было. В этих обменах ударами всегда последнее слово за Фатыкова. Он всегда заставляет за собой последние удары. Мне кажется, это очень создает впечатление. Ну, вот очень слева, сильное. Того, слева по корпусу попал сейчас. И с разворота попадает Вадим Давыдов. Вот сейчас сблизился. Еще больше открылся поединок, мне кажется, в третьем раунде. Ребята стали чаще попадать один на другой. Есть очень неплохие эпизоды у Вадима Давыдова. Рекомендовали ему почаще проверять корпус соперника. Но для этого нужно еще до соперника дойти. Тоннаж гораздо больше пропущенный, мне кажется, у Вадима. Ему уже сложнее функционально. Вот, кстати, прошел у Вадима бэкфист, но Фатыков даже не поморщился. Мне кажется, он там вскользь как-то прошел. Но он был. Он был однозначно. Может быть, на излете где-то. Подсказывают Фатыкову работать. Действительно, пропускает сейчас колено в корпус Фатыков. Был хороший момент. И здесь слева снова попадает. Вот хорошая комбинация. Вот Давыдов хорошо попал. И справа, и слева достал. Вот, зацепился наконец-то во второй половине третьего раунда. И слева по... Соперника понял. Двойка хорошая от Давыдова. Да, как-то подугас немножко Фатыков в третьем раунде, на мой взгляд. Да. У Давыдова появилось второе дыхание. Да, Давыдов. Два удара, ну, потому что понял, переждать как бы смысла нету. Да и вряд ли получится. Он, смотри, как стал чаще выбрасывать удары Давыдов на руках. И стал гораздо серийнее, стал загруженнее в этом поединке. Абсолютно точно. Ой, слева попадает Вадим.
Да, не лучший раунд для Фатыкова. Точно. А вот Вадим Давыдов для прям хороший. Ну, что-то прям, да, подскиз. Эдуард Фатыков. Вадим Давыдов прям молодец. Вадим Давыдов этим прям пользуется, я бы сказал. Вот попадает вроде бы навстречу Фатыков, а вот здесь не достал. А Давыдов регулярно выкидывает удары. Не держи в красный. Стоп! Колено в корпус на ближней дистанции прошло у Фатыкова. Стоп! Стоп! Шаг назад. Середина, середина. Файт! Ой, как попал слева сейчас, да, Давыдов. Серьезный удар донес Давыдов. И мидл кик добавляет. И перестали проходить. Уважаемые дамы и господа, итак, в этом бою победу единогласным решением судей одержал. Не дошло дело до экс-раунда. И unanimous decision, Эдуард Фатыков.